Итак, всем привет, мы продолжаем проходить плей. Да, в прошлой части, конечно, была полная печаль. И вообще... Ну да, вы, короче, поняли. Давайте пойдем вперед. Что-то плохое, короче, все творится везде. А полная жесть. Блин, небо цвета, это, конечно, пипец. Дамаси! Дедушка, что происходит? Чужие пытаются проникнуть сюда. Смотритель! Духи наших предков сражаются, чтобы защитить это священное место. Я хочу научиться, Иниси. Я хочу отомстить. Твой путь долг, и легким он не будет. Мы должны спешить. Я убью этих подонков. Всех! Любой ценой! Цена будет велика. Начнем. 7 испытаний ожидают тебя, Дамаси. По одному на каждый священный клан. Ступай в пещеру духов. Да, вы не надейтесь, 7 испытаний тут не будет. Тут будет просто сейчас полная жопа. Тоже красивый вид, кстати, хоть и печальный уже. Костюльчик потух. Отстой. Да, короче, сейчас начнется такое мясо. Ну да, месиво, мясо, как еще сказать. Ну, мочилово, короче. Во всех смыслах. Что это, блин, жесть будет еще та? Ну, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Ну да, то есть у нас теперь здоровье в два раза больше. Ты? Как ты сюда попала? Я благодарна тебе, земля. Сначала ты привел меня к Тайне, а теперь привел меня сюда. Ты хорошо потрудился. Твою мать. Чужие напали на нас. Вернись наружу, быстро! Да, то есть эта штука нам да лишнее сдавит, теперь у нас его в два раза больше. Блин. Эниси! Ты должен уйти отсюда. Я не готов! Ухранивая, яркость сияет в тебе. Твои предки улыбаются тебе. Время принести врагу войну. Покажи ему силу нашего народа. Я должен покинуть тебя. Отправляйся в железный мир и останови. Издеваешься. Используй оружие чужих против них. Верни этой хотя в жопу земле экономию. Солнце. Ай, один. Сволочь. Ну я с вами сейчас повеселюсь. Да блин, у вас что, аимбот? Да блин. Это стёб. Не, ну это садизм, блин, во всех смыслах. Зараз-то, а. Чё ж вы так мягко шутоколцами? Да хватит уже, а. Где я застрял? Да блин, а вот что за жесть-то, а? Блин, эта хрень не поможет, один хрен. Да твою мать, два раза сдохнуть, вы что, издеваетесь? Да, не мой день. Начало, конечно, зашибись, блин. Капец. Хотя... Тоже явно. Это не поможет. Блин, ну вот это хрень бесит меня. Ну, отвалите все. Как они сюда могли на кораблях попасть? Вы что, издеваетесь?
Да какой хер ты? Не, это что за жесть, ё-моё? Чё, хотите сказать, я его вообще не задел? Капец, блин, дай вас сдохнуть. Начали записи, это же пипец. Да какой хер ты? На. Да... Пипец, какого хрена они стреляют из оптического прицела-то и попадают? Они же никогда не попадают так точно. В баню. Хотя идите в задницу, я валю. Пипец, блин. А, это стекло, блин. Сволочи, блин. Сейчас всех перебью нахер за все содеяние. О, так это весело будет. Это будет очень весело. Сдохни, тварь! Однозначно. Убирайся к черту! Да-да, это всех касается. Всех этих сволочук. А лучше не лезь ко мне. Сдохни, сдохни! Вот и зря пришел, да. Хотите спать, сволочи! Еще желающие есть? Да, умри! Пушка, конечно, супер, блин. Это запчет! Да, быстро, конечно, они сдохли. Долго не подержались, печалите вы, ребята. Через эти камеры они попадают в страну древних. Сейчас я им попадаю, блин. Сейчас я им такое тут месиво устрою. Че тут? Че включено? Тихо. Нифига. Тут тревоги устраивать. По поводу без повода. Я сказал нет, значит нет. А это чё? И чё? Мне туда жахнуть надо? Ага. Сейчас жахну. Жахну. Да, их вторжение тут и закончится. Однозначно. Надеюсь, это поможет, дедушка. Далеко они не пойдут, это точно, блин. Задолбали. Засранцы мелкие. Лежать. Как они надоели, а? Да ё-моё, сколько можно? Идем. Смотрите! Ублюдок вонючий! Вернись! Не, ну вы меня печалите, конечно. Так, вот это меня еще больше печалит. Не, вы пикаете с меня, шкала здоровья, блин. Блин. Капец какой-то, ё-моё, чё ж такая невезуха сегодня. 5 раз сдохнуть за видео. Такой первый раз, наверное. Чё, кто-то пострелять ещё захотел, да? Не-не-не-не-не. Не-не! Только не дохни. Скотина. Сейчас я тебе покажу, блин, мощь. Какого хрена вообще тут творится?
Да ну тебя. Да ты меня лечи-то, блин. И чё? Что за хрень? А, я понял, ну ладно. Сделаем по-другому. Все, иди сюда, сейчас я с тобой поговорю. Говнюк. Решили, блин, тут не устроить. Как они надоели, я уже сдох, не знаю, сколько раз, блин, там аптека была, ну ладно. Серьезно, подох уже хер знает сколько раз. Опять ты. Ну ладно. Сейчас я с тобой повеселюсь. Тут плазма где-то даже. Да, покажись, я сделаю тебе больно. Очень больно. Сейчас веселуха будет, однозначно. Ком туда, Ди. Зачем ты здесь? Я пришел отомстить за мой народ. Твой народ? Если вы не мы, ваш биологический вид никогда бы не возник. Вас создали только как сырье. Что ты несешь? Давным-давно ваша планета была просто бесплотной скалой. Мы засеяли ваш мир, как тысячи других, началами органической жизни. Чтобы вернуться и собрать урожай, когда он созреет. Вы принадлежите нам. Я воин народа Чероки. Я никому не принадлежу. Чероки? Я не понимаю этого слова. Твой дух — то, что отличает тебя от остальных. Потому тебе сохранили жизнь. Мы добавим твою силу и знания к нашим. Ты станешь одним из нас. Ага, прям ща. Ты станешь богом. Да иди в жопу, я тебя пощу убью. Я пришел только чтобы убить тебя. Твои возможности впечатляют, но они не сравнятся с силой смотрителей. Ба-ба-ба. Ты погибнешь, а мы соберем свою жатву. Все кончено. Посмотрим. Ай. Тащи этот. Заезжай быстрее. Да сколько можно. Ой. Да ты че прикалываешься? Да ё-моё. Чё-то у меня аптеки кончились уже. Твою мать. Это капец. Все? Да твою мать. Это говно. Полное. Иди к папе. Смотрите. Сейчас тебе будет больно.
Я говорю, тебе будет больно, там не моя сала. Все. Теперь все кончено. Нет, Дамас. Все только начинается. Задолбали. Даю. Ну и что теперь? Все только начинается, да вы что, стебетесь? Птичка, не подскажешь, куда идти, а? А, ну допустим. Патроны я возьму. А, опять это хил. Еще! Еще, смотрители! Да куда больше-то? Че еще? Или он застрял? Хотя че я буду мучиться? Тут супер это похоронь есть. Причем не одна. Ты сдохни ты. Ладно. Да куды? Еще есть желающие? Походу нет. Скольких я уже убил? 4? Ну да, где-то так. Куда свалил? Да блин, где пазма? Чего он не дохнет? Да ё. Да, это было ясно изначально, что я сдохну. Да блин, стой ты. Так, где плазма? Плазма, где-то была плазма 2, а вот она. Еще один? Да твою же мать. Телепорт его хрена. Ладно. Чё-то благо эта хрень бесконечная почти. Жаль. Фу, блин. Капец какой-то. Че, еще один? Да ё. Да аптеку возьми, блин. Не, я такого не оставлю, я его прибью. Все. Теперь моя душа спокойна. А, ладно, хрень с плазмой. Хотя жаль. А тут помощнее, ну ништяк. Да, вот это хреново. Сколько ж вас тут как говна, блин. Ну. Да сдохни ты, блин. Ну. Че за? Куда он телепортировался-то? Блин, вас еще несколько опять. Пипец.
Это уже надоедает, серьезно. Да ё-моё. Чё ж ты такой живучий попался? Ну давай, кидай. Один готов. И второй. Возьмем эту плазму помощнее. Нафиг от греха. Черт, ну хоть бы этих смотрителей больше тут не было, ё-моё, это жесть какая-то. Спасибо. Куда ты направляешься? Тебе какая разница? Куда я направляюсь? А, нафиг меня оставил там. Ё-моё. В натуре превратил в кашу. Да блин. Как неудачно все. Да куда ты свалил-то опять? Сволочь. Надоел. Сейчас я тебе покажу. Все. Да, это впечатляет, конечно. Вы что, прикалываетесь? Ну вообще, почему бы нет? Патронов только побольше дайте. Посылай сколько угодно своих ублюдков! Я пришел за тобой! Я могла бы отдать смотрителям приказ, и ты был бы мертв. Чушь! Твоя жизнь в моих руках. Так было с тех самых пор, как ты появился здесь. Но вместо этого я дарю тебе их жизни. Как знак моей веры в тебя. Приди и займи место, что уготовано тебе. Окей. Ну вот, так-то. Идиотизм, ну ладно-то. Чё-то мне кажется, это последний уровень вообще. Да, вроде бы последний уровень. Не знаю почему. Смотри! Ты видишь то, что было скрыто от человеческих глаз многие тысячи лет. Я жду тебя внутри. Окей. Тихо-тихо. Готов. Не-не-не, туда. Во. Надеюсь, это поможет, то, что я делаю. Говно вот это. Да блин, куда ты? Отлично, попал. Ну, да блин, да ё-моё, как тут нахер неудобно. Во. Отлично, еще один у нас таскит. А может и не один. А не, вон один, еще внизу. Капец. Даже два.
Так, надо с Азовтовой. Не отходи далеко, с Азовтовой надо. Все. Ну, по идее, сюда. Кстати, музыка сейчас, кажись, из Дума ты играла. Добро пожаловать. Ты... Ты человек? Я была им когда-то. Я оказалась здесь много тысячелетий назад. Меня похитили, как и многих других. Как и ты, я не покорилась. Я сражалась со смотрителями сферы и дошла до этого зала. Сфера поняла, что я была необычной, исключительной. А она к тому времени состарилась и устала. Она обещала пощадить мой народ, если я... Если ты примешь командование. Да. Бессмертие или смерть. Выбор был очевиден. Как и твой выбор сейчас. Дайте-ка подумать, бессмертие или смерть? Бессмертие или смерть? А, ну тут, кстати, я помню, надо стрелами захерачить все это. Так, стрелы кончились. Ну все на самом деле просто, как видите. Просто надо сначала стрелой, чтобы стекло это ослабило, оболочка. Так, давайте-ка всех расчистим, чтобы не мешались. Надоели. Где второй это? Я же два побил. А луком. А вот оно. А может и не оно. Капец. Вон еще одна. Все. Вроде бы. Ну да. Ну тут весьма просто, как видите, просто на смекалку все идет. Коготь, что ты делаешь? Какого черта тебе от меня надо? Я вижу в тебе то, что сфера так давно увидела во мне. Дух воина. Это та сила, которая сделает тебя идеальной заменой мне. Да ни хрена. Я пришел сюда не заменить тебя. Я пришел тебя уничтожить. Не трать свое время на безуспешные попытки навредить мне. Твой выбор ясен. Бессмертие или забвение. Да будет так. А теперь ты умеешь. Окей. Я не против. Так, что-то тут я не помню, что надо сделать. Вроде бы... А, все понял. О! Надолго этого не хватило, говна. Ладно, не беда. Чего бы тебя побал? Истеричка. Блин, это не помогало. Так, надо выкинуть везде бомбу, мне кажется. Ай! Аптек нет, туда хренул, конечно. Чего? Ты еще перегрелась, блин. А чего вообще вожусь? У меня же есть это.
Big fucking gun, аналог, блин. Это уничтожено. Последний остался. Подлети. Ай, блин. Не вышло все красиво сделать, ну ладно. Хотел без смерти, это вполне реально, блин, ну тупанул. Печалька. Да хавэ. Да не туда летишь, да сразу-то. А может и туда, давай туда, к бомбе, к бомбе. К бомбе давай, сволочь ты такая, а. Во. Все, последний выстрел. Канатия. Скажи пока. Зачем ты это сделал? Я не могу позволить тебе и дальше уничтожать целые цивилизации. Этому нужно положить конец. Сфера сама по себе цивилизация. Живое существо. Уничтожить ее не меньшее преступление. Сфера – паразит. Ее необходимо уничтожить. Услышь меня, дома Ситоводи. Мое время в этом мире истекло. Но когда меня не станет, ты должен слиться со сферой и занять мое место. Ты не в силах вообразить то могущество, которое станет твоим. Слышь мой голос, Дамас. Это могущество всего лишь иллюзия, а цена ее поистине чудовищ. Но я могу творить великие дела! Слушай свое сердце. Ты знаешь, что нужно сделать. Да, Велись. Я должен... Мимо Земли, мимо Луны, да. Ну, собственно, в принципе, да, это и есть концовка уже. Если кто-то надеется на продолжение, это все. Следующей части не будет, первая часть уже пройдена. Пое. Ждем выход второй, как говорится. Надеюсь, все-таки выйдет. Ну да, прямиком на Солнце, чтобы эту всю сферу к черту уничтожить в Солнце. Ну, там все сгорит к чертям, это однозначно. Дедушка, я... Нет, внук, твое время еще не пришло. Сфера? Чужие? Их больше нет. Пламя солнца сожгло их. Страна древних в безопасности. Твое имя всегда будет свято в этой стране и в сердце каждого Чероки. А Неводи никогда не забудут твоих деяний. И среди них есть один, кто очень хочет поблагодарить тебя. Джен. Привет, Томми. Джен, прости меня. Не надо. Я теперь среди моих братьев. Здесь все пропитано духом Чероки. Все такое родное. Жаль, что тебе нельзя остаться. Мне нельзя?
Дух Джен теперь здесь. Но твое место в мире живых. Когда мы снова увидимся? Когда придет твое время, мы снова будем вместе. А пока мы будем хранить тебя. Томми, время пришло. Прощай, Томми, ты стал великим человеком. Титул рекомендую посмотреть до конца, там в конце пасхалка будет. Что-то перемотать их нельзя. Ну ладно, в общем, наверное, на этом все. Досмотрите титул до конца, там в конце пасхалка отсылка к продолжению. Надеюсь, все-таки вторая часть выйдет, плея. Да, игрушка, как ни крути, все-таки неплохая. Хотя, несмотря на проблемы разработки и все остальные. Ну, на этом все, ждите новых прохождений, новых видео и все остальное. Сегодня посетил строительство. В день годовщины до сих пор необъясненного стихийного бедствия, которое потрясло регион 6 месяцев назад. Здание законодательного собрания – это символ великого народа Оклахомы, символизирующий наш неукротимый дух в годину бедствий. Возрождается не только здание,
возрождается и все общество. Белый дом до сих пор не представил официального отчета о событиях полугодовой давности. Утверждается, что все данные засекречены до окончания расследования. Дальше в нашей программе в рамках недели науки интервью с профессором Гретой Колдуэлл из Университета Нормал. Она изложит свою теорию о связи солнечной активности в последние несколько месяцев. У вас открыто? Эллоид? Приветствую, Томми. Я думал, вы погибли. Как вам удалось бежать? Портал, который мы построили, сработал, но не так, как мы ожидали. Меня спасли могущественные создания. Они заметили тебя и отправили меня, чтобы найти тебя. О чем вы говорите? Никто не знает, что я там сделал. В этом мире нет. Но ты и твои деяния снискали великую славу там. Эти создания жаждут познакомиться с великим Дамаси Даводи. Я представлю тебя им. Пойдем.